يقول دخل إلى المسجد. Говорит, следующий вопрос. Человек заходит в мечеть. والناس يصلون صلاة العشاء. И видит то, что люди совершают намаз Айша. صلاة العشاء أربع ركعات. Намаз Айша четыре ركعات. وهو لم يصل للمغرب. А он еще не совершил Магриб. فماذا يصنع؟ Что ему делать? يدخل معهم بنية المغرب. То он присоединяется к ним с намерением совершения Магриб. فالركعة الثالثة. В третьем же ركعته. خلاص لا يقوم إلى الرابعة هو. Он не встает за ними на четвертый. يجلس للتشهد. Он остается сидеть в ташахуде. يتشهد. Сидит в ташахуде. ثم يسلم. Затем дает салям. ثم يدخل معهم بالعشاء بعدين. Затем присоединяется к ним и с ними айша совершает. هذه حالة. Это один вид способ. أو يصح أنه يجلس في الثالثة ولا يقوم إلى الرابعة حتى ينتهي الإمام من الرابعة ويجلس يتشهد يسلم الإمام يسلم معه. Или же он, совершив три раката, остается сидеть в ташахуде и сидит до тех пор, пока имам не даст салям после четвертого раката, совершая айша. И он вместе с ним дает салям и выходит. طيب لماذا أقول أنا لا أدخل معهم عشاء وبعد العشاء أصلي المغرب؟ نقول لا ما يصح لأنه لابد أن ترتب الصلوات. نعم. Он может сказать, а почему я не могу с ними присоединиться, совершить айша, а после айша уже магриб совершу? Человек говорит, так нельзя, намаз должен по порядку совершаться. Сначала магриб, потом айша.